Вот, например, конспиролог-антисемит. Он записывает, мне кажется, видосы из-за параноида. У него скрытая форма очень такая. Параноидальная шизофрения. Я объясню потом еще, почему. Но я не обвиняю его ни в коем случае, я не психиатр. Я даже скажу так, это просто вымысел художественный, что... Короче, смотри. Он записывает видосы для антисемитов. Для тех, кто тоже антисемит, кто... Ну, по сути, да, вот у него основная фишка — это антисемитизм. И вот с началом СВО, когда многие евреи уехали из России и из Украины, и в том числе там вот Лавров высказывался про евреев, начали, ну, начали вот, вот он начал, у него перешла стадия, короче, он стал еще более, обострение, короче, антисемитизма, он стал там более жестко, уже беспощадно, без страха, что его там привлекут уже. Я его не смотрю, потому что мне просто насточертело это. Уже давно не смотрю, блядь. Там, короче, что не видишь, что не превьюшка, просто включаю там в рекомендациях превьюшка. Там, блядь, шляпа еврейская, там, ну, пририсовывает шляпу всем. Ой, блядь. Вообще пиздец. Ну, короче, это... Озон, например, записывает видосы для того, чтобы там, может быть, найти девушку хорошую, богатую. Или, например, чтобы ему задонатили 600 тысяч рублей, как он наконец хочет. Хотя ему уже донатили, но он, видимо, кайф хочет, чтобы задонатили, кайф там получить. Доминация, доминирует. Этот... еще кто-то, еще для чего-то. Мне нужно понять, короче, кто я вообще такой и для чего я записываю с точки зрения, как видят эти, как это видите вы. Ну, типа, признаться в том, что отец жил с мамой, и то такой, живет с мамой, или что ты живешь с мамой, это, кстати, не так-то легко. Не каждый может признаться, но... Грустно, конечно, когда с тобой перестают иметь дело, потому что ты не, ну, они видят, ну, слишком художественная личность, так скажем. Слишком художественная личность, буквально так и такой диагноз мне хотели поставить. Ну, возможно, и поставили, это ж провинция. Вот, например, Альбина Сосновских мне пишет: ты уж извини, я не в обиду, но, ну, то есть, не обижайся, но, типа, вот я приехала из Москвы в провинцию, там, со своими детьми посмотреть, ну, это просто пиздец, там, ужас, а я вообще не обиделся ни в коем случае, никак меня это не обидело, наоборот, это, я говорю, да, действительно, так и есть, ну, все правильно, ничего вообще в этом нету обидного для меня. А для нормальных людей вот это вот обидно звучит все. Я не знаю почему. Наверное, потому что они испытывают более сложную гамму чувств. Сложную такая социальная гамма чувств. Короче, я буду вот этих рыб рисовать. Рыба с глазами человека, который гигантский рот, и сверху вместо носа у нее удочка, буквально удочка, которая причем круче, чем любая человеческая удочка, которая светится.
светится природными специальными бактериями, которые светятся. Это даже человек не может себе сделать современный такую удочку. Вот эта рыба каким-то образом эволюционно сделала себе вот такую удочку с человеческими глазами, блядь. И она гигантская, блядь. И она сделала себе такую удочку. Да как такое возможно? И она выглядит просто шокирующе. Я вам покажу, короче, видос сделаю. Это не самая шокирующая рыба. Но вообще-то рыба с глазами человека, это действительно шокирует. Это как будто бы взяли просто в ад. Человека отправили и превратили его в рыбу, которая бессмертная. И он выплыл из ада наверх в глубины океана. Его выловили случайно сетью и сфотографировали. И я просто охуели от того, что увидели, блядь. Это эффект зловещей долины, только более брутальный во всех смыслах. It's not alcohol, it's energy. Энергетика это. Я не бухаю вообще. Нету гена алкоголизма почему-то. От которого кайфуешь, когда так и бухаешь. Я, кстати, общаюсь на работе с алкоголиками, и они веселые, такие расслабленные. Кайфуют все время. Ну, они со мной подходят общаться, а я как бы общаюсь, потому что я не могу отказать. Ну, я не бухаю, ничего. Они говорят, будешь курить? Сигарету предлагают. Я говорю, нет, я бросил. Хотя мог бы на халяву скурить. Знаю, что меня скоро заберут, как и всех, когда будет прорыв фронта. Просто всем выдадут и по калашнику, да, или просто штык-нож, что-то такое, и правят просто. Пиздец. В общем, я сейчас впервые за столько времени хочу найти отклик, действительно конструктивный отклик, о чем снимать видос, потому что, ну вот смотри, вот, например, Ларин был или еще какой-нибудь там, они снимали видосы, чтобы гнобить, в итоге сами оказались, вот этот Ларин. Блин, вот видишь, я иду с этим фотоаппаратом, и на меня пристально так смотрят, типа, что за фигня, что он с какой-то херней идет, что он снимает, там, не нас ли. Короче, смотри, был какой-то блогер там, Александр какой-то, не Абдулов, а Абдулла, Абдулля уважаем. Я даже рисовал его портрет с уважением, ну, просто не потому, что он меня заставил, Абдулла Веры или еще, а просто от души нарисовал. Ну, это давно было. Потому что я чувствовал с ним единство. Сейчас включу какую-нибудь другую музыку, а то что-то уже не могу это слушать. Короче, смотри, не ради крутости записываю видосы. Я вообще что-то делаю. Блин, как объяснить? Ну вот смотри, Ларин, например, он записывал видосы, чтобы заниматься сексом, там все такое, разбогатеть. И вот он достиг всего этого. Блядь, а что там визжит? А. Короче, он в итоге его бросила его девушка. Ну, он размножился. Он сделал себе зубы идеальные, все такое. Ну, в итоге он нахуй не нужен уже, все. И не жалко его, потому что он реально очень токсичным был. Очень жестоким.
Если бы ты с ним лично столкнулся, ты бы просто охуел, насколько он токсичный. Ну хотя у него, кстати, есть чувство понимания, что инвалидов нельзя обижать. Например, он делал обзор на этого, забыл как его, который богатый, который жил в Москва-Сити, но его на бутылку посадили за пародию на солдата нашего, который... И он, короче, не Коглай, короче, вот этот. И... Он, как оказалось, я, кстати, ну, сочувствовал ему, что его на бутылку посадили, ну, типа, ну, жестокость. Но когда я узнал, что он над инвалидом издевался, ради, ну, правда, денег ему донатил он огромные, но они там с какой-то бабой, охуй, тупой сукой, издевались над инвалидом, ну, и от Ларина узнал, то у меня всякая эмпатия к этому Никоглаю пропала вообще. Нахуй он... Пошел он нахуй, блядь, этот Никоглай. Ну, он над аутистом издевался там, над... Ну, над умственно неполноценным человеком от рождения. Просто охуевший. Особенно, знаешь, мерзко, когда баба охуевшая, которая... Баба такая сидит там, Никоглая, который тоже издевается еще. Она, кстати, вот по природе своей, она более жестоко издевается, чем мужчина над инвалидом психическим, умственным. Это вообще пиздец просто. Охуевший, блядь. Никогда я пошел нахуй. Я вот сейчас даже думаю, блядь, да пошел нахуй. Ну, сука, блядь, шавки Никоглая на меня, наверное, накинутся сейчас. Сука, блядь. Перед шавками Никоглая. Не знаю, извиняться, блядь. Над инвалидом, блядь, издевался Никоглая, блядь. И особенно его баба охуевшая, блядь. Какая-то, какая мерзость, блядь. Господи, какая же музыка хорошая бывает. Такая нежная и трагичная. Shake the... Shake bear. Shake bear. Короче, это... Я буду читать комментарии, вы там... Не рассчитывайте, что, ну, те, кто там вот, если будут издеваться, не рассчитывайте, что я буду отвечать что-то там. Но я отвечу просто, ну, как просто, я, типа, ну, ладно, ну, и, да, вот такой вот, извини там, нет. Ну, я вообще удивлен был, что после того, как я скинул свой ник, ну, в танках, никто мне там оскорбления не писал. Не понимаю, почему. Может, потому что никакой реакции нужной не было бы. Не знаю, короче, я для меня этот мир загадка, на самом деле. Ну, я, точнее, не могу его разгадать и не питаюсь. Я даже не знаю, как назвать эти видео. Короче, я буду с вами контактировать, хотя мне это тяжело, но все равно пытаюсь, нормально будет, чтобы улучшить, познать себя. Когда с нормальными людьми контактируешь, ты можешь познать себя чуть-чуть. Вы можете задать вопрос, например, почему ты обещал аквариум завести рыбку, так и не завел. Я отвечу.
Или, например, еще какой-то. Мир изменился. И Максима Каца больше нет. Каждый день. Ну вот, например, моя особенность, я слушаю зацикленно, бесконечно одно и то же. Если бы я попал в тюрьму за Колумбайн, осуждаю, ни в коем случае не одобряю, не допускаю даже мысли. Скорее всего, я бы зацикленно просто, мысль зацикленно была бы, молитва. Ко мне подошли ребята с бородами и сказали бы, что ты совершил это, потому что светское общество – грешники. Поэтому присоединяйся к нам, читай молитвы, ты праведник. Ну, я бы начал читать молитвы, читать. Я отрастил бы города просто. Но я осуждаю вообще деструктивное разрушение и все прочее. Нет. В любом случае нет. По-доброму относиться нужно, нужно добро. Со смирением добро. Не курить, не пить, не возвышать себя выше Бога. Не совершать греха. Быть добрым. Ладно, мне надо сейчас выложить эти видосы. Я не знаю, как я назову их просто. Да я, видишь, блин, не могу не говорить просто, вот в чем проблема. Я бывает говорю о всякой низкой хуйне такой. Вот, например, я записал видос вчера. Ну, отстойно. Ну, я его не выложил, но могу. Ну, выложу, там ничего такого нет, но он такой отвратительный просто. А, спасибо, ребят, сейчас я выложу.